Читатели Национальной библиотеки часто становятся участниками книжных презентаций. Новые издания пополняют фонды. Сегодня здесь состоялось знакомство с особенной серией. Название книги «Царица вода» говорит само за себя. С древних времен люди слагали легенды и песни о родниках, больших и малых реках, морях и океанах. Сборник сказок и легенд о воде, выпущенный в Москве, предназначен для юных читателей. Нашлось в нем место и чувашскому эпосу. Почему эта книга интересна именно для нас, для чувашского населения? Потому что именно у нас расположена Чебоксарская ГЭС. Именно у нас очень чтят Волгу-матушку. И вот в эту красочную книгу вошла сказка чувашская, откуда появилось название реки Волга. Книжная новинка была создана в содействии с Паорус Гидр и опечатана в старейшем детском издательстве «Детгиз». Компания выпустила уже 6 научно-популярных и художественных книг для детей. В них рассказывается о воде как источнике жизни на Земле, и именно с ее помощью вырабатывается электроэнергия. Ценность таких ресурсов трудно переоценить. На презентации юные читатели узнали много нового о воде. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.